Наталочка, ну, во-первых, мы поздравляем вас с премьерой. Дякую. Як довго ви до цього йшли? І взагалі, що стоїть от за тим, що от я прийшов сьогодні до вас в залу, а місць вільних немає? Дякую за запитання. Ну, робота розпочалася ще в липні 2017-го, хоча ця вистава в нас вже гралася в 2010-2013 році, але це був зовсім інший склад і зовсім інше режисерське рішення. Зараз вона повністю перероблена, оновлена, і ось те, що ви побачите сьогодні, це результати нашої роботи протягом 3 місяців. Що стоїть за повним залом? Ну, це майже щоденні репетиції, майже щоденна праця з приводу розповсюдження квитків. Я думаю, що всі театрали нас розуміють, що зараз це таке дуже таке, ну, гостре питання з приводу глядача, але тим не менш у нас є свій глядач вже за ці роки, які ми граємо вистави, і нам дуже приємно, що в нас сьогодні прем'єра відбувається на повній глядацькій залі. Что вас именно за это произведение застало взяться? Мы считаем, что сейчас не хватает комедии в жизни многих людей, и об этом говорят люди, что вот хватит драмы, хватит всяких трагедий, абсурда, давайте вот комедию. И мы решили воскресить наш спектакль. Мы когда-то давно его ставили, он был несколько другой режиссер, некоторые актеры другие. Мы решили его восстановить, обновить полностью. И вот так родился «Шерше ля фам». Это комедия, на которой можно просто прийти, расслабиться, легкий юмор, посмеяться и хорошо провести время. Ну, смелее, проходите же. Добрый день. Добрый день, проходите, присаживайтесь. Ближе. Итак, что вы мне можете рассказать о грамматике французского языка? Грамматика французского языка? Да, смелее. Вы знаете, я забыла. Соберитесь, успокойтесь. Сосредоточьтесь. Вы знаете, я забуду, Ирина, ты тоже забуду. Да соберись, но ты же взрослый. Я очень люблю комедии.
Вот, и мне ребята предложили поставить комедию, и я не могла не воспользоваться этим шансом. Скажите, пожалуйста, а ну вот проработка ролей, проработка образов, что вы пытались, ведь каждый человек это алмаз, из которого можно сделать бриллиант. Судя по уровню аплодисментов, по количеству улыбок и смеха в зале, вам удалось разбудить в людях действительно вот такое юмористическое отношение к тому, что мы видели на сцене. Вот как вам удалось отшлифовать эти роли? Отшлифовать, ну, конечно же, в плотном сотрудничестве с актерами. Мы долго сидели, обсуждали перед тем, как выйти на площадку, уже когда вышли, простраивали вплоть до микродвижений, микро каких-то жестов. Поэтому это кропотливая работа, но оно того стоило, потому что зрители ушли довольными, ушли посмеявшись, немножечко где-то даже поплакали, как кто-то сказал, на лирической ноте. И это очень хорошо, что зрители ушли довольными, что они не просто потратили время, а получили массу эмоций. Ты что, спала, что ли, а? Ну спала, это что, у нас уголовным кодексом запрещено, или что? Ух ты, угрюмая какая, не жила меня, а? Нет, но очень рада тебя видеть. Я тоже рад тебя видеть, проделочек мой! Ну я на 5 минут. А чего ты только на 5 минут? Ну ты опять курочка моя, так что все, нечего ластиться, мы просто не успеем. Ну ладно, а тебя что, с работы отпустили? Меня отпустили? Какой черт меня оттуда отпустит? Хозяин этого крысятника, сволочь, так и сказал, ты сдохнешь за барной стойкой. Представляешь, мне такое сказать за выслугу лет. Скотина, я посмотрю, кто еще сдохнет. Ну, что ты стоишь, смотришь на меня, а? Садись. Спасибо, Лапуля! Ты как всегда! Может, предложишь что-нибудь гостю, а? А, да. Выпьешь чего-нибудь? Ну, конечно, выпью, ты что, не видишь? Я весь на нервах. Кто вы сами по профессии? По профессии я менеджер по продажам. А на сцене вы были сегодня барменом? Бармен, да. Скажите, пожалуйста, насколько вам интересно было играть именно эту роль? Вот ведь можно было бы играть сегодня и другого человека на сцене. Очень интересно, потому что персонаж достаточно неоднозначный, он такой весь в каком-то своем мирке, да, который вот он погружен полностью, и по сути он оттуда и не выходит, и ему это нравится, самое интересное, то есть он не сам развивается, и, честно говоря, ну вот эти вот такие штуки, которые, ну вот такое что-то, животное, может быть, что-то такое низкое. Очень сложно было из себя вытащить, потому что даже вот эти вот шлепки, которые были там с героиней, было сложно вытащить, потому что все равно смотришь, думаешь, как это может быть. Но это было против моей, допустим. Природы. Природы, да, поэтому. Вот я хотел спросить, кстати, Шершеля Фам. Ну, каждый мужчина ищет свою женщину. Та женщина, которую вы сегодня втроем, ну, скажем так, сначала опекали, потом пытались приструнить, а потом пытались дисциплинировать на сцене. Это героиня вашего романа как человека в жизни? Или все-таки абсолютно другая женщина по жизни должна присутствовать в жизни нормального человека? Ну, вы знаете, она достаточно хороший человек, ну, вот как я думаю, она просто выживает, потому что ей поставлены такие условия. Она в своей очереди, понятно, может быть, она когда-то и любила этого персонажа, да, вот именно, потому что 7 лет они, а потом начала искать что-то другое в других мужчинах, ну, там, романтику, это в Лу, поддержку финансовую, это, конечно же, Морис, но... Здесь, я думаю, главное в том, что... Осуждать мы ее не будем? Скорее всего, нет. Она просто в такой жизненной ситуации. Ей нужны мужчины для поддержки, и вот она так, таким образом, наверное, крутила имя. Ну, то есть она выживала таким способом, я думаю. А, точно, нет телевизора, поэтому по радио, да. Кат, ты что, по телефону говоришь? Нет. А? Как нет? У тебя трубка в руке, ты что? А, так это номером ошиблись. А, номером? Да. Так, ладно. Все, мне пора. Да. Что, хозяин, небось там да. Работы мечет? Я тебе скоро вернусь, мой маленький скорпиончик. Скоро? Скоро. Завтра. А, завтра.
вдруг, что я с тобой сделаю? До завтра, Жанка. Все, я ушел. Давай, пока. Давай, давай, до завтра. Давай, счастливо. Так как вам удалось вот на такой высокой ноте продержаться все 120 минут спектакля? Это отражение вашего представления о женщине, о том, какой должна быть женщина? Или это образ, в который вы так глубоко погрузились? Ну, конечно, это образ женщин. По моему мнению, женщина должен быть один мужчина, который, в котором есть все качества, которые моя героиня искала в троих. Мужчина должен быть смелым, сильным, уверенным в себе, мог поддержать свою женщину, выслушать ее, дать совет какой-то, пошутить с ней. Ну и не быть жлобом, извините. Согласен вот. С вами. Скажите, а вы высмеивали свою героиню или ну, в какой-то степени были солидарны, потому что она попала в сложные обстоятельства жизненные? Героиню оправдывала, 100% оправдывала, потому что так уж у нее сложилась жизнь. У нее была первая любовь, Жак, это первая любовь, в которой она погрузилась в омут с головой, но он... Никаких серьезных намерений у него не было. Так уж сложилось, что она в какой-то момент не смогла сказать «нет», наверное. И даже его побаивалась, потому что он такой достаточно грубый и брутальный мужчина. Поэтому пришлось уже комбинировать. Но так сложились обстоятельства, я ее только оправдываю. Ну, а мы благодарим за прекрасные минуты, которые вы нам подарили, потому что, ну, самое главное, это когда зал выходит в состоянии такого легкого восторга и понимает, что жизнь – это не только хмурые будни, но и то, что происходило на сцене. Спасибо вам большое. Ну, главное здесь что? Не замешивать. О, еще один. Иду. Привет, Франсуа, заждалась? Конечно. А ты и так хорошо выглядишь, Морис. Правда? Конечно, я всегда говорила, что этот цвет тебе очень к лицу. А ты где был? В Мирисинском дворце, говоря, очередной прием в честь нового посла Германии. Такая скукотища, Франсуа. Как я тебе завидую, ты лишена необходимости посещать все эти приемы, все эти рауты. Это же скопище абсолютно безвкусно одетых людей, Франсуа. Нынешнее парижское общество – это просто болото, туда никогда не стремился. Да у них абсолютно отсталое представление об искусстве. Просто ретроградство какое-то. Они, представляете, Франсуа, они до сих пор считают Ронсара величайшим поэтом. Это после Бодлера, это после Верлена, после Рембо, Франсуа. Трудно играть в нашей такой серой, хмурой и, скажу честно, совковой жизни аристократа. Как вам это удается? Это общий уровень культуры? Или, может быть, действительно, вы настолько проникли в этот образ? Ну, каждая работа над каждым образом, над каждой ролью – это как новая страница. Ты изучаешь какие-то материалы, смотришь видео, читаешь книги, общаешься, наблюдаешь, посещаешь места, где могут быть такие люди, какие-то записи светских раутов, и стараешься потихонечку копить. Плюс подключаешь какой-то свой жизненный опыт. Мы же в жизни играем определенные роли. Мы иногда и аристократы, иногда и не аристократы. Вот поэтому все вместе совокупно дает такой результат. Ты оскорбила мои чувства, Франсуа! Морис, как ты мог такое подумать? У меня в душе мужчина! Фу! Фу! Какая гадость! А что же тогда это? Ну, это как-то можно объяснить. Да, пожалуйста, я слушаю! Ну, это моя рубашка. Что? Ну, это моя рубашка, я в ней рисую. Франсуа, эта рубашка не твоего размера, Франсуа. Эта рубашка на какого-то мужлана. Морис, ты же всегда говорил, что я рассеянная. Хаос моя стихия. Потому что я не человек. Я настолько рассеяна, я просто побежала в магазин, схватила первую попавшуюся рубашку в первом попавшемся отделе. Я не смотрела, какой там размер. Франсуа, ты говоришь мне правду?
благодаря нашему режиссеру, который выстроил эту задачу, и благодаря упорному труду нам это удалось. Что касательно вообще моей роли, скажем так, спектакль отчасти он восстановлен, и мне уже приходилось играть ранее данную роль. По сути, вернулся «Старые берега», сменились акценты, потому что новый режиссер, новое веяние, и благодаря этому как бы акценты смещаются. Вы осуждали героиню своим поведением на сцене или были в какой-то степени, ну, скажем, пытались ее пожалеть? Вот она же попала в непростую ситуацию. Вот этот вопрос, наверное, лучше задать нашему дорогому зрителю. Что касательно меня, ну, мне, прежде всего, я должен оправдывать своего персонажа. Каждый актер, он должен оправдывать свой персонаж. Это его задача. Пообещай, Франсуаза, что мы с тобой будем вместе. Пообещай! Ну, ты просишь у меня невозможно. Почему? Ну, потому что это не в моей власти. Ну, тогда я не могу развязать тебя, Франсуаза. Ты делаешь мне больно. И самое главное, что у вас сегодня был аншлаг. Да, это самое главное. На это премьере. Очень классно. Потому что, конечно же, актерам всегда хочется, чтобы был полный зал, чтобы энергетика, которую они отдают, возвращалась им старицей. Вот. И, конечно же, очень классно, когда игра идет на аншлаг. Спасибо, вы умницы. Нам понравилось. Спасибо. А в субботу она, наверное, грехи замаливала. Ну теперь все, покончено. И с ней, и с квартирой. А что же будет с картинами, с этим всем-то, а? Давайте устроим музей. Я выступлю в роли главного мецената, и все организационные вопросы я возьму на себя. Жаль, только нет главного шедевра. Зима и ананас. Монументальное полотно Франсуа Дюбуа. Ага, что не картина, так шедевр. А как по мне, так обыкновенная жмазня. Ну ладно, идемте отсюда. Что-то на меня навевает тоску. Это, идемте. Мне просто еще вообще нужно заскочить. А кто подбирал ансамбль ваших партнеров? Это был ваш выбор? Потому что люди объективно друг друга дополняют и помогают. Ну вот, например, я и Сергей, это Лу, который был, мы играли в предыдущем спектакле, а двух остальных актеров мы утверждали совместно с руководителем студии Наташей и режиссером. Ну, я могу вас поздравить, потому что действительно было пару таких рэперных мест, когда объективно даже я смеялся. О, круто! Спасибо большое. А я человек. И считаю, что могу жить так, как посчитаю нужным сама. Я старалась, искренне старалась не причинить никому зла. Но не получилось. Ладно. Значит, стоит начать жизнь с чистого листа. Новая жизнь и новые риски. А как по-другому? А да, господа, я вам желаю отлично провести здесь время. Ваша Франсуаза, Франсуа, Фран. Шершеляфан! У вас всі дівчата одягнені в такі фірмові футболки, от я покажу нашим глядачам. Так, театр сплеш. Це, можна сказати, ну, ваш вже
Да, логотип, це ваш бренд. Так. І от кожна літера якось розшифровується чи ні? Ні, вона ніяк не розшифровується, це дійсно наш бренд. Назва Splash, вона повністю перекладається на українську мову як сплеск. Сплеск емоцій, сплеск почуттів, сплеск будь-чого. Тобто оце повністю одна є назва і вона дуже багатогранна. І вона відповідає дійсності. Справді так, і наш весь процес, який відбувається, це наша мета така, щоб кожна вистава, вона не була виставою, яка може сподобатись або не сподобатись, або більш-менш такою нейтральною. Кожна вистава, яку ми беремо в роботу, ми маємо на меті собі зробити саме сплеск. Сплеск, нехай це будуть сльози, нехай це буде посмішки, сміх, але це має бути... Емоційний забагато. Вибух. Так, так, дійсно, саме так. Ну що ж, побажаємо, щоб таких сплесків, таких от сплешів у вашій долі і у долі ваших колег було якомога більше. Дуже дякую вам.